а тут надо на лед доставить. Да. А он, да. Он в текстурках был. Не выкинем туда, нет? Ну я стрим смотрел, надо ходить постоянно, потом отцов. То, что сверху падает, убегать, потом один большой на него. Вот там с кем дерется. Сверху глыбы падают, нужно от них уворачиваться постоянно. И этот большая глыба, на нее все забегает. Кто первый стакает? Пекла. Костер. Костер, костер. Кто стакает? Справа урону. Там андед, да, справа андед такой, или тролль, там не помню кто. Короче, тот, кто справа стоит, вот тот костер дает. Ты прям рядом с ним не стоишь, чтобы не, ну, костер не потушить. А там 8 метров нужно рядышком стоять. Дайте рыбав, пожалуйста. Ну да, заряди.
Убегаю, убегаю, кто там стоит? У вас 5 стаков. Давайте 40 секунд, 3 ляма, я верю вас. Тысяч. А, Денис, как на арене. А, ё-моё, всё. Ну, считай, 10 тонн в соло бил. А давай я на робот. Нет, вы нормально справляетесь, я просто бегаю, не хилю даже. Ну хилю, но так, не особо. Потому что тут все захиливается, кроме вот, блин. Может, курка? Нормально жил. Куда? Я думал, вы сегодня чилите, а вы, оказывается, в этот пошли в десятку. Тимыч, хочешь вместо одного хила зайти и подамажить? А, оставляешь его на вторую льду.
Ой, Нет, честно, если бы я знал, что вы сегодня пойдете, я бы зашел. Я-то планировал, сказали, в субботу, типа, да пронос, все дела. Ну, поздно скучно, вечером, нет. как сейчас. Ты, короче, ММС-ки подключи себе. Я потому что не, я потому что не планировал. Я как бы вырубил диск и все. Я его включаю только вечером, когда прихожу домой. Если я Объясни, бы еще, как брать понимаешь, дебафы. если бы сказали там, завтра будут пробовать собирать, я бы сказал, окей. Который увеличивает ДПС. А, пекло. Пекло стакается. Вы возле этого костра стоите и все. Ну это от ДДшки. Оно стоит в, этот, в РДД ставится. Обычный такой костер, как Ладно, давайте, харчи, удачки. знаешь? Типа того, смотри. Типа нашего костра. Только он такой из веточек. Да. Рыбу. Ну, это же бафы, которые не вешаются, а именно когда стоишь в этих, либо на костре, либо в этом луче. Поставь шкаф, пожалуйста. Понял. Укрыт это меткий череп. Лодион спрашивает, подводить к костру или нет? Нет, он говорит, пропадает. Я не буду стоять рядом, я этот бегаю в особи. Так все пожрали, только ты тут стоишь. Да-да-да, задерживаешь нас. Ты говорил, что он еще много матерился. Все, го, го. Ты тогда скажи. А, все, я подумался. Вон, видишь, костер возле него стоит. Все вместе не стоите прям в нем. Сейчас лед туда кинется, и он пропадет. Скакивает. Шаманищер, кошка-мурка. Кошка-мурка, 4 стака. Разноси. Все, норм, все. Ты раздался. Так, сейчас глыбы будут большие. Зашибись. Давайте дамажим. Вон, я экзоскизм фигачу.
песню шею. Да бей. Пока не надо, ты прямо по мне бегаешь. Да, когда я все подошел. Мы пытались добить, что-то не получилось. Прожимайте, прожимайтесь. Ой. Ой. Я не могу дуновение прохилить, я не понимаю. Так, ты раз прохили, блин. Я дым прохилить. Что? Я просто не понял, что сказал. Есть, есть. Понял, Тон. Дай делать, потому что... Беги, малышка, беги! Какой там был? Я так и не увидел. 20 секунд осталось. А? Костра? Там два костра даже поставили. Я их не видел. Раз, вообще все отлично было, блин. Скоро начну хилить этот мышкой, ой, кнопочками, а то не получается уже мышкой. Да, пока я же говорю, этот у меня спина застряла, а справа от позвоночника. Ну кто? Денис, паразит. И у меня рука, короче, не имеет права. Поэтому, ну пока массаж, не массаж, упражнения делаю, надеюсь, лучше будет. Мама массаж делает, у меня все болит, там такие шишки, короче. Вот эти крики, стоны вообще, будто бы кого-то режет. Все, идемте, идемте, аккуратно, аккуратно. Какие пельники, вот я ж не специально. Не, я, короче, опираюсь все время на этой стороной, на эту стену. И, короче, видимо, прям простудила ее. Стена-то холодная. Во времена разгружать машину приходилось. Да, 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 после рейда иду. Я за 600 голды покупал этот грудак, так что не надо мне тут ля-ля. А
каску надо, это я. Ходер. Чего ходер? Ну это ходер. Это не я, это варлайк. Я не варлайк. Я сижу в пижамке. Ходер. Ходер. А что? Начало, что ли? Где они там? Бла-бла-бла? Ну, я первую серию посмотрела, и мне не понравилось, короче. Классный сериал. Так и в фильмах тоже теперь везде геи. Денис, посмотри, справа... Сзади костер стоит за Ирландой. Я, короче, смотри, Сокру сдам, а ты потом на следующий раз дашь гимн. Саша. Да вот тоже. Это какой-то такой домах вообще. Это дуновение было, как будто бы. Бывает не спор. Че эти глыбы сраные тоже были, так начну, что прицелим. Гимн, пока стой. А. Это я. Ну, получается, в этот момент хилил, я рядом с... Так я-то сдох. Пиздец, вот это подстава. Штаны на этого. Может, Хадир активировать? Не мне. У меня второй успех только есть. Народ, не бейте только мобов. Протонитесь в искру. Ой, в оранжерею. Да го сразу в искру. Да, у меня есть. Юля, у тебя есть штаны? Ха-ха-ха. Нихуя, спасибо. ГЦ. Хэм?
Да, почти. Там три на не. Там палец падает. У меня нету откидывалки, извиняюсь. Тотем, тотем, ой, нет, символ это убрать. символ. Больше маны дает и не откидывает. Да зачем? Ради вот этих одних мобов? Тут природа. Зачем мне Настя? Чтобы убрать ТТ. Ой, как там символ? Не надо мне. Что, что? А, да, на изи, на изи, на изи. Лучи. Как заклинание на стук пас называется? И мы скажем. Я не помню. Да, не включен. У меня этот стоит как. У меня стоит кварц на цели, когда мне показывают, когда целька стоит.
Там еще дополнительно хп увеличивается. И у елки, и у Тардары. Моментально, да, не дает или нет, или все-таки кастует? Ник Дейланд. У меня зазвонил телефон. Ну смотри, я минут на пять тоже как бы пожрать бы еще намутил. Суманите меня, короче, я сейчас быстро. Да, видишь, молчат. Так.
Да, да. Сумените, пожалуйста. Он пришел, сейчас буду. Го, вы здесь? Я тут, да. Нигде он пошел. Отворачивай. Тотем оставьте. Тотем, шаман, ищер. Какой? Очищение. Да, буду стоять сейчас. Кто-то же еще ставил. Не забывай, когда вот этот вот дракончик плюет в нас, он, короче, очень сильно пробивает. Если что, этот тотем действует только на твою пати. Ну вот. Ну я еще дополнительно этим снимаю. Кил нас. Очень от духа. Сколько раз стрим смотрел, когда вы Фрея долбили? Такой непростой ни хрена босс, да? Ого. Та-дам. Стоит. Ой, боже, бань, звездочку. Ой, видишь, что у тебя это... Я тебя съел. А мне бы сейчас съедать. Ну класс. С каких делов они вообще сюда пришли? Встаем. Причем на меня первого ломанулись.
Народ, не бегите туда. Зачем? Начнем отсюда. Как раз откуда пакет чистить. Слева направо или справа налево. Лесно. Ну ладно. Дай пошли, да. Тут недалеко бежать, можно встать. Пан. Отворачивай. Или убили уже. Не убили. С парьем слышно, да. Слышно. А меня не слышно? Да, всех. Больше, как хотите, как сами, мне пофиг. Завтра 12 утра. Военные эти пойдет. Я себе тут крышу. Кошка. Глянем. Ну по стриму, сколько помню, да, там на две фазы. Первая фаза 3, вторая сама, сам бот. От Корнея, помню, вы убегали.
Сейчас, вы заканчиваете? Сейчас. Я очень быстро. Он что, здесь пылится вроде морозка? Нет, на нас, который на нас, магия на нас падает, и мы там медленно кастуем все дела, нас дамажит, а он здесь пылится. Я проебала его просто. Бафом надо. После шеи в ухо с острова на хила пойдет, хоть там и нету МП5, но там все остальное есть. Не, это после шеи, я сначала на шею собираю. Да, прям сейчас, что ли? А шапка надо на этого. Ну, заберу. Так, если бы она выпадала бы. Thank you.
У меня есть предложение. У меня есть предложение. Делаем нормал и не паримся мозги. Лучше побольше Т8 выбьем сегодня. Я понимаю. Ну, мы сейчас просто... Ну, я уверен, что сейчас будет вайп. Ну, если тайфуна нет, как ты не вайпнешься без тайфуна? Сразу подсказывай там что-то. Дайте мне силы! Я могу использовать эту способность. Не достаю. Помогите мне, дети мои! Ай. Блять, я не могу. Мы делать где-то надо нормально подбирать сетап, а то что мы так ходим. Деньги, друг. Приходи.